Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. Вы сейчас находитесь на канале «Поиск ручных электроинструментов». На этом канале я буду рассказывать об ручном электроинструменте и зачитывать свои статьи. Вот, например, статья такая: «Китайский ручной пистолет для пены из AliExpress». Как разобраться в этой статье? Почитать нужно, во-первых. И я вам покажу, вот смотрите, есть здесь такая кнопка «Посмотреть цену». В этой статье описывается, там немножко есть мои воспоминания и прочее, но основная цель — это донести до вас, вот что такое пистолет ручной для пены. Но нажмем на вот эту кнопочку, и нас перебросит на магазин. Ждем, пускай грузится. Вот оно загружается. Смотрим. Вот этот пистолетик. Цена стоит. Цена 8,94. Но старая цена, как бы, это со скидкой. Минус 25%. Видите? А старая 11,92. Через 15 часов и 7 минут закончится эта акция. А видео пишется в данный момент. Вот это на данный момент такая цена. Ну, обычно вот эта все скидка, она через время снова повторяется. Так что вот это как бы реальная цена, но можно там еще снизить. Потом вы, когда прочтете статью, вы поймете. И здесь еще внимание, доставка платная. Вот, 83 цента стоит доставка в Россию. А в страны другие, если посмотреть, нужно так на этот флажок нажать и смотрим. Вот в Россию 83 цента. И так далее, и так далее, и тому подобное. Но это кому интересно, можно мониторить. Я же сейчас только буду говорить о России. Расчетное время доставки 27-42 дня. Так что вы это также учтите, потому что, чтобы не было разочарований, так, мол, о, как это так, нету. Ну вот, максимально 42 дня, ну, увы, так оно есть. Но зато цена какая получается. Но в итоге цена, общая стоимость 9,77 с доставкой. Так что будьте к этому готовы. Посмотреть можно все вот эти картинки вот так. Размеры есть, все есть, описание есть. Ну, если это вот кого заинтересует, пожалуйста. Но теперь мы как бы покидаем этот магазин китайский и возвращаемся к статье, которую я хочу вам зачитать. Я с монтажной пеной столкнулся еще в 1995 году прошлого столетия. И это было для меня просто чудо. Но это ведь так и есть. Материал просто отличнейший для монтажа дверей, окон, заделывания малых дыр и щелей, приклеивания пенопласта на потолок и так далее. Не нужно никаких мокрых процессов. Мокрые процессы – это замешивание раствора и ожидание его высыхания, что занимает не один день, и это очень долго технологически, пустая трата драгоценного времени. А так просто покупаешь пену в баллонах, и за полчаса все процессы завершены. Полчаса и пару дней – разница ощутимая. Но пена в баллонах с трубкой расходуется очень неэкономично. Теперь уже есть специальные баллоны и к ним пистолеты для пены. Вот здесь также есть еще кнопочка «Пистолеты для пены». То есть это не единый образец. Можно нажать на эту кнопочку и посмотреть, выбрать что-то другое, если вы желаете так. Но я вот советую в данном случае такой магазин. О пистолетах поговорим ниже. И это главная тема статьи. Просто сейчас расскажу небольшую историю от своего знакомого сварщика. А произошла она в те же 90-е. Когда мы только узнали о существовании монтажной пены и, естественно, в баллонах с трубкой. Так вот, он делал металлические двери для себя в свою квартиру. Впоследствии это стало его бизнесом. Ведь в те годы был просто бешеный спрос на такие двери. В такие двери для утепления и шумоизоляции вкладывали минеральную вату. А он решил просто вместо такого материала применить монтажную пену. Дверь с внутренней стороны обшивал вагонкой. Не добив несколько вагонок, через удлиненную трубку задул с баллона пену,
Добил вагонку и ушел с гаража домой. Утром пришел, а вся обшивка волнами. А он пены не жалел, думал, чем больше, тем лучше. Сами понимаете, опыта не было. Но если бы у него тогда был пистолет для пены со специальными баллонами, такого бы не случилось. Ведь пистолетом можно регулировать подачу пены, и она не расширяется, как из баллончика с трубкой. Вагонку не повело бы. А пена равномерно распределилась по всей двери и работала как утеплитель и шумоизоляция. Так что вот такой как бы случай, просто я своей практике, то, что мне рассказал. Мы тогда смеялись, ну, было весело, но тем не менее это поучительная история. В наше время уже есть много разнообразных пистолетов для пены и бюджетных от бюджетных до дорогих брендов. Но стоит ли покупать такой гаджет в свое домашнее хозяйство? Например, если вы раз в год пользуетесь монтажной пеной, вам будет достаточно и простого баллончика с трубкой. И покупать пистолет не стоит. Это просто трата денег. Другой вопрос. Когда затеяли строительство частного дома, дачи или просто гаража, такой девайс просто необходим. Он ускорит и облегчит рабочие процессы и сэкономит расход монтажной пены. Как опишу ниже. А купить такой гаджет можно по средней ценовой политике. Это просто мой совет. Но каждый домашний мастер решает сам, какой ему покупать пистолет. То есть вы поняли, что я доношу, как бы, что так рассуждает вообще каждый здравомыслящий мастер. Так, описание китайского пистолета для пены из магазина AliExpress. Гаджет изготовлен из алюминиевого сплава и меди. Габаритные размеры 316 мм на 195 мм. Площадка крепления баллона имеет диаметр 48,4 мм. Пистолет достойного качества изготовления. Нету никаких заусенцев и наплывов от литья. Ну, понимаете, в руку ложится хорошо. Ручка отлично ложится в руку. Удобный пусковой курок. Винт регулировки подачи пены расположен в задней части ручки. Площадка установки баллона находится над пусковым крючком. Баллон просто вкручивается и таким образом фиксируется на пистолете. Есть дополнительная пластиковая насадка. Трубка для запенивания очень тонких и удаленных щелей и отверстий. Естественно, у многих возникает вопрос, чем же пистолет лучше от простого баллона с трубкой? Первое – это удобство работать одной рукой. Да и баллоном также можно работать одной рукой, но баллон можно нажать сильно и пены выйдет много. То есть, все-таки его нужно брать двумя руками и пытаться правильно и равномерно делать нажатие на трубку. В пистолете же просто регулируете подачу пены, и на курок можно нажимать с любым усилием. Пена будет выходить равномерно и в зависимости от степени регулировки. Это и экономит пену. Поэтому благодаря регулировке подачи пены в пистолете происходит экономия пены по сравнению просто с баллоном. Она выходит более разряженной, и это есть большой плюс. Пены подается столько, сколько нужно, и ее не будет лишней, как в простом баллончике, и приходится просто срезать с лишнюю. А разряженная – это не такая плотная, и поэтому ее полезное количество увеличивается за счет меньшего сопла по сравнению с простым баллончиком. И благодаря разряженности пена не давит на детали, просто их приклеивает. То есть не происходит этого эффекта, как с дверьми. Я выше описал при происшествии своим знакомым. Так вот, благодаря разряженности пистолета его вагонку не выпучило бы, но он задувал простым баллончиком. Также и при установке дверей и окон. Работая пистолетом, не нужно делать распорки на коробке. А при работе с простым баллончиком распорки просто необходимы.
Да, за таким гаджетом нужно ухаживать. То есть рекомендации от бывалых мастеров. Но есть рекомендации от бывалых мастеров. Я размещу внизу видеоролики. Смотрите и делайте выводы. Если у вас есть цель купить пистолет для пены. Комплектация посылки с пистолетом для пены из Китая с магазина AliExpress. Пистолет для пены ручной одна штука, насадка для тонких щелей и удлинение штока одна штука, материал алюминиевый, сплав и медь, размеры пистолета для пены 316 на 195 мм, размер посылки 23 сантиметра на 21 и на 13 сантиметров, вес посылки 320 грамм. Как можно дешевле и удобнее купить китайский пистолет для пены в магазине AliExpress? Такой пистолет стоит небольших денег, и его можно купить, и его может купить каждый домашний мастер для своего личного пользования. Я думаю, для профессионалов он также подойдет. За такие деньги можно рисковать эксплуатировать профессионально. Ведь данный гаджет можно купить еще дешевле заявленной продавцов цены и даже не торгуя с ним. Просто сделайте заказ через сервис кэшбэк и бесплатные промокоды, и скидки будут сделаны автоматически. Вот этой кнопочки кэшбэки промокоды. Вот нажмите, почитайте, разберитесь. А еще преимущество онлайн-торговли в том, что вы, не выходя из дома, можете выбрать любой товар или инструмент по самой низкой цене, и доставка будет сделана по месту жительства или на ближайшее почтовое отделение. Если вы намерены покупать много инструментов в свое хозяйство или мастерскую, это ваш формат приобретений. Будете существенно экономить свой бюджет, время и силы. Отзывы и комментарии реальных покупателей пистолета для пены с магазина AliExpress. Отличный пистолет. У нас такой в два раза дороже. Доставка меньше месяца. Всем доволен. Хорошее качество. Спасибо, друзья из Китая, за качественный товар и быструю доставку. Пистолет получил в отличном состоянии. Качественный пистолет. Доставка до Нижнего Новгорода за 1,5 месяца. Если сильно открутить болт регулировки, то игла западает и не встает на свое место при возврате. В основном все нормально. Металл выглядит надежно. Пистолет на вид хороший, но нет колпачка. В деле еще не пробовал. Работу не проверял. Но на вид довольно качественно. Упаковка могла бы быть и лучше. Заказ дошел быстро. Спасибо. Товар пришел быстро, хорошо упакован. Спасибо продавцу за хорошую работу. Быстро, качественный пистолет. Удачи продавцу. Хороший пистолет для пены. Вот здесь можно видео посмотреть, ознакомиться, кто такой гаджет видит первый раз, да, он сразу поймет. Здесь можно также и понять, как ухаживать за ним, промывать. И промывать можно доступными такими способами и бюджетно. Но тут же также нужно смотреть и делать выводы самостоятельно, потому что советовать может многое, но вот как бы правильный нужно находить к этому подход. А эта практика покажет. Попробуйте, ага, вы уже видите, не так, значит, нужно другой способ. Здесь также есть мои другие статьи на другие инструменты, так что читайте, анализируйте все. Ну, это просто вот такой ознакомительный ролик и статья зачитана, чтобы вам не напрягаться. Можно просто взять ее, прослушать и все. Так что на этом все пока. Статьи буду свои озвучивать на сайте, который находится на сайте «Поиск ручных электроинструментов», а статьи буду зачитывать на канале «Поиск ручных электроинструментов». До новых встреч!